Доброго времени суток, друзья, и добро пожаловать на мой канал. Не прошли сутки, а вы набрали уже 12 тысяч лайков по прошлым видеороликам, а это значит, что... Правильно, это значит, что выходит новый видеоролик. Итак, друзья, в сегодняшнем видеоролике мы будем вместе с Табуреточем, это тоже ютубер. Ссылка, как всегда, будет на него в описании, но об этом позже. Суть видео заключается в том, что... Мы вдвоем будем играть против 10 девушек. Посмотрим, ребята, удалось ли нам их выиграть или они нас. Вы сейчас увидите в следующих катках. Мы играли 2 катки, так что давайте посмотрим, что из этого получилось. Ну а если хочешь, чтобы завтра вышел новый видеоролик, то нужно здесь набрать 10 тысяч лайков. Прямо сейчас ставишь лайк и подписываешься на этот канал. Ну а мы погнали! Зона за... Вот тут уже были, забрали. Так, понял. Зона за Бимасаки там. Может тебе рукоятка третья нужна, я не знаю. Mm-mm. Зона там, где дамба будет. Блин, а... Слышишь? Внизу! А уходи наверх, уходи, внизу они. Че, спалили тебя? Да на бутыли сидят. Так, одну положи. Зверёк. Я так и знал. Вот серьезно. Тоже одно положил. Молодец. Ух ты, а там с горы еще фигачат, слышь? Блин. У меня пушка не стреляет иногда. Чё, они нас там не обходят? Обходят. Давай уходим аккуратно в зону. Давай, погнали. Ну, чуть-чуть надамажили их. Напугали, да, конкретно? Мы можем занять, короче, тут и встретить их. Но ты аккуратно гору с ними смотри, а я буду там, где дорогу смотреть. Окей. Они с горы могут обойти. Они ж хитрые. Там Яновская говорила, что она будет, короче, управлять всеми. Типа, да. Как самая опытная. Да? Ну, посмотрим, что у нее получится. Но минус один уже есть. Так, 9 девушек осталось, ребят, против 2. Ну, камни можно было и сразу не считать. Помнишь, я сказал в Дискорде, типа, камни, я не думаю, что она сразу, ну, типа, доживет, сразу умрет. Чё мне там чекать? Мне к тебе подходить, да? Давай. Блин, в Дискорде вот сообщения отправляют. Еще спонсоры появляются вот этом. Некомфортно как-то. Мы где? Где они делись? Они на Бимасаки. Они на гору, возможно, пойдут. Ух ты, зона еще у нас. Просто... Сейчас, короче, от зоны, прикинь. Нет. Нельзя нам от зоны. Я под камень спрятался. Просто убегай. Надеюсь... Опа, это рядом было. Надеюсь, сюда не попадет. Надеюсь, я тоже не тут. Я выкину броник, чтобы не сломалось. Все, кайф. Все, мы выжили. Так, теперь... Так... А куда они пропали? Я чуть не врубаюсь. Они могут обойти нас через гору. Скорее всего, так и есть. Я более чем уверен, что они нас обходят через гору сзади. Как, откуда мы пришли, короче. Наверху их нету, видишь? Они обошли 100%. Я с дамбы буду чекать. Давай с дамбы реально чекать. Я тут займу позицию. А ты наверху точно чекнул? Прям 100%? Ну да, вот на Бимасаки их нету вроде бы. Угу. Ну я вижу, там даже зона. Они не могли пробежать. Потому что мы бы их увидели. В любом случае. Нас потеряли как-то. Как мы могли просто из-под носа потерять их? Что за бред? Я вот тоже не врубаюсь. Сегодня делали ролик, короче, зона вот тут была, прямо тут в воде, и опять-таки она опять тут, эта зона. Совпадение? Не думаю. Не думаю.
Это знак какой-то, ребят. Блин, они что, ждут самые последние зоны, чтобы нас потом вообще Смотри, зажать жестко? она у нас будет. 100% ждут. Одна стенка у меня. Чего они ждут? Давай, у нас. Есть! У нас зона, нам тупо повезло. Блин, они не на 105 градусов случайно придут, слышишь? Они придут. Вот, идут с этой стороны. Ничего себе, они обошли. Помогай. А где? Внизу? Вот у меня, да, внизу. Сладкая. Ух ты, ёп. С горы еще, сверху где? Блин. Вот за камнем под канаткой есть. Это не честно? Ух ты, ё-моё. Смотри как. Яновская. Жесть, жёстко. Живи. Смотри, не, они очень умно сделали. Блин, Яновская минус 2. Офигеть, молодец. Жесть, хитрые жёстко. Очень. Блин, хоть и у нас позиция была. А, они, прикинь, там до конца сидели, или они как-то обошли, я не знаю, но факт в том, что они нас выиграли. Сейчас, ребята, мы тогда запустимся во второй раз, попробуем взять реванш, отыграться, если не получится или получится, посмотрим. В общем, ждите вторую катку. Вот дрон палит, и никого нету. Давай, дрон. Помоги, да? Будет обидно, если они все же пошли, как ты сказал, на починки. На починки? Вот ты видел, они в прошлой катке вроде бы вообще прям заняли Бимасаки и прям ждали нас. Угу. Тупо. В доме 5 или 5 девушек было. Вон машина. Вон они там набьёс. Да, ты был прав. Что-то я не вижу. Дом. На 300 градусов домик, видишь? Да. Аккуратнее. Знаешь, по-моему, они разделились, походу. Ну, все равно, смотри, оба. Они убегают. Ух ты. Вон за столбом. А ну, жди, сейчас будут поднимать по-любому. Ты уронил? Да. О, минус 2, о. Молодец. Пошли, уходим отсюда, короче. Они сейчас обходить будут по-любому. Минус 2 сделали, меняем позицию. Сейчас, девчата, мы будем по-умному поступать. Но они тогда вообще хитрые, блин, зараза. Сейчас а мы... кого мы следим вообще? Жучка и космик. Да, жучка и космик. Не, девчата, в этом раунде мы будем обходить вас. Вот так. Тут с правой стороны, да, давай? Да. Ребят, обязательно поддерживайте, кто лайк не поставил на этот видеоролик прямо сейчас. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Вот нужна ваша поддержка максимальная. Если набирается по 10 тысяч лайков, выходит видеоролик, где мы будем против 20 девушек играть. Это будет просто да. Замес шутки. Кстати, ребят, чуть не забыл, мы можем поддержать канал Орленка. Есть у него одна цель — набрать 1000 подписчиков, и думаю, с вами это будет вообще изи. И Орленок обещает, когда у него будет 1000 подписчиков, он сделает прокачку своему подписчику. Именно своему подписчику. В общем, друзья, ссылка на него будет прямо в описании. Переходим, давайте набьем ему 1000 подписчиков, осталось немного. Ну а вам желаю приятного просмотра. Смотрим дальше. За канаткой, видишь? Ой, за этой, за с башней. Положил. О, ай-яй-яй-яй. Опа. На 300 накидывают. Положил. Хорош. Так, давай золотаем их. Так, у меня тут же то... Ух, да ты чё. Еще стеночки. Так, нормас. Да. Еще есть. У меня на 30. Вижу. Не могу выцелить.
Яновская живая, вот это меня напрягает. Да, сейчас опять как выскочит. Вон за деревом на 60, да, видел? Да. Так, положил? О, крутой. Это что? Что было? Ты стрелял? Да. Смотри, чтобы ее не подняли там. Так, тут... Ну тут такое себе. Пушек нету. А... О, все, о, минус Яновская. Вот это нормально же, все. А блин, в этом раунде они что-то даже вообще не стреляют, что-то у них тактика распалась. Так они, они уже решили, видишь, они поделились, то есть двое сюда, двое туда, они уже потихоньку обходили нас, но мы их обхитрили. Блин, места для стен нету, ё-моё. Такая же фигня. Ну, четыре девчули всего лишь. Что-то как-то мало, да? Что-то мало, ребят, что-то мало. Нужно, ну... чтобы их 20 было. А если вы этого хотите, я вам сказал, что делать. Ставьте лайки прямо сейчас. Давайте, ставьте 10 лайков. И все, будет вам такой видос. Это немного, это вообще изи. За день набираете у меня. Вообще красавчики, просто лучшие ребята. Отвечаю, самая лучшая аудитория. Прикинь, за... Просто 30 тысяч подписчиков за неделю. Ну это вообще просто, блин, бомба, серьезно. Бомба? Ну, среди ютуберов по Free Fire, я не знаю, это очень жестко, ребят. Прям капец как жестко. Скорее всего, это рекорд даже. Я помню, ты в сообщество вылаживал, там что-то 30 тысяч у тебя за месяц было. Ну, когда 100 тысяч у тебя было. Да, было. Прошлое было... Почти 50, 48 тысяч, а сейчас за неделю просто 30к. Вот, блин, я в этом месяце стремился, типа, тоже тебя догнать, понял? Ух ты, ё-моё! Положил. Чё-то... Я даже не понял. Стреляй, балкон. Балкон. Иди. Ага, в доме, походу, все вчетвером, что ли? Да, скорее всего. Минус 110 где-то. Я тоже голову дал. Ну. Слышь, мы такие стреляли, и тут звук так пик-пик, и все. Два раза. Самое вдвое в голову берут, да? Давай обходим их. Ты отвлекай, я обойду. Не умирай только. Ну, постараюсь. Я вот стреляю, бывает. Я отвлеку их? Ты стенками потом ко мне подойдешь, я сбоку обхожу уже. Что-то они не высовываются, слышишь? А, они в Дискорде, блин, че я тут парюсь? Они же инфу сливают. Вот твои девчонки. Ё-моё. До меня сейчас дошло. Это думает. Как ты сказал, ко мне тоже, блин, кстати. Где же под... Ух ты. Положил. Так, они в доме бухают? Да. Живи. Нормально так вообще по мне. А кто это так стреляет-то? Да ну, что, как... Надо менять позицию, это что-то жестко как-то. Давай поближе подойдем, попробуем. Давай. Я бы... Да прикинь, я подпрыгиваю, они все равно попадают. Вы все равно оттуда выйдете. Дамы. Дамочки, выходите. Откуда они шмаляют вообще? Я не вижу. А, вижу. Ух ты, блин. Живи. Чуть броник не разнесли. Хорошо, хоть ремки есть. Да, вообще топчик. Попробуем поближе, давай. Я прям только высовываюсь, сразу начинают шмалять. О, блин, аптеку надо юзнуть. Давай. Последняя аптека, прикинь. У меня есть.
Что там по гранатам? Две гранаты. Блин, прикинь их сейчас гранатами закидать. Да ну. Они палят так, я же знаю, они палят. Они угорают, сидят. Положил. Попробуй закинуть. Подойти. Попробуй закинуть через балкон. Не подняли. Давай, закидывай. Ты, блин, залагала, прикинь, когда кидал, залагала. Как я положил ее? Положил? Я же залагала. А, да. Там фуловая была. Я не понимаю, как это произошло вообще. Ну я положил, они подняли. Нет, нормально, нормально. Как действовать будем? Не знаю, может... О, я сейчас мины наставлю, слышишь? Не-не-не, давай без мин. Ты, я боюсь... Окей, блин, я кривой какой-то. Я так же кинул, понимаешь, и убил кого-то. Давай, о, давай отойдем, слышишь? Давай отойдем, подождем их там. Да не, они палят же. Я хочу из дробаша тут хотя бы. Они на балконе. Ты просто зажал и все. Жестко, жестко. Ага. Давай, отходи. Девчонки, ты. Где же вы? Аккуратно, аккуратно. Спрыгивают, спрыгивают. Угу. Бум, бум, бум. Бум. Все спрыгнули? Не знаю. Так, минус 100. А тебя что не заходит? Хорош! Победа! Пацаны затащили. Пацаны затащили. Короче, сейчас мы идем в лобби, друзья, и там договариваем уже концовку этого видеоролика. Ну что ж, друзья, получилась у нас вот такая игра со счетом 1-1. У нас ничья, то есть девчата выиграли первый раунд. Юновская просто жесть как отыграла, мы оба сейчас в шоке сидим. Но... Ну, остальные тоже неплохо, так они просто, блин, так накоцали, что мы, да, нам да, пришлось попустить Юновскую ближе к себе. Помогали, вообще очень тактично отыграли девчата. Кто-то обходил, кто-то накидывал, другой вообще сзади. Мне, блин, столько хедок надавали, я прям не представляю, жестко. А во втором матче мы поняли их тактику и решили действовать по их тактике, ребят. Так что, смотрите, у нас сегодня ничья. Если вы хотите такой контент еще раз, мы собираем уже не 10, а 20 девчат и играем против них. Вот тогда уже точно будет очень жарко, друзья. Я надеюсь, вы наберете по 10 тысяч лайков на этом видеоролике. Ссылка на табурета будет в описании. И у табурета на меня тоже все будет, ребят, взаимно. Так что не ленитесь переходить и поддерживать друг друга. Ну а с вами был Трэшер и Табуреточ. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи и пока, ребят. Пока-пока.